Данное видео создано исключительно в юмористических целях, я не пытаюсь кого-либо оскорбить. Знакомьтесь, это Боб. Боже, какая шутка! Это не шутка! Это шутка! Знакомьтесь, это Боб. Боб не таянит Хельсин. Ты чё, охуел? Нет. А значит, сегодня он будет самым тхеров, истребитель нечисти. Для начала обыщи близлежащий ночной раздопол. Где как не там искать следы естественных. Естественно. Как ты мог догадаться, Боб, ты нашел логово. И это было бы не... Так, все ясно. Вы гол. Лошадь полба стада годом и хай. Да ну иди сюда. Нет. Ты в романе Стефани Майер. Но кеп на кол. Победить вампиров тебе помогут осиновый слоул стыльдоп сиск солнечный свет, который отлично заменит ультрафиолетовые лампы. Надо же, Боб разобрался с Стефани Майер. Полком. Быстро, блядь! Ну ладно. Вот ты. Не обращай внимания, Боб. Это всего лишь тронжгендоры, а говоря проще, доперы. Ты их можешь всего лишь одним простым выстрелом в собственную голову. Тогда погибнут все трое, Боб. Конечно, включая и тебя. Зато твоя смерть будет героической. Быстрей, Боб, они окружают тебя. Что ж, приветствую вас, дети мои.